В понедельник, 27 мая, вечером над Калининградской областью пронесся смерч. Многочисленные очевидцы зафиксировали опасное природное явление на свои мобильные телефоны. Как сообщил Клопс ТВ, автор одного из видеороликов Ярослав, воронка возникла на востоке области, над Советском и Неманом, и исчезла через 5 минут. Скромный он. Скромный. Опускаться не опускаться. Не, ну смотри, увеличивается. Как сообщили Клопс ТВ, в региональном гидрометеоцентре ни одна медиастанция не зафиксировала смерч, что говорит о том, что он так и не смог набрать достаточную силу. При прохождении фронта начинается подъем теплого воздуха, вытеснение его холодным и образование мощной кучевой облачности. В таких ситуациях возникают грозы, ливневые дожди, град и, возможно, такое редкое явление, как смерч. По данным регионального управления МЧС, опасное природное явление не принесло никаких разрушений. Гораздо больший урон принесла сильнейшая гроза, из-за которой без электричества остались 5000 человек. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Калининградской области также ожидаются грозы, ливни и град.